Уважаемые друзья и подписчики, добрый день вам, добрый вечер, доброе утро. С вами Светлана Адам. Сегодня такой был день. У нас вот в Мерсине, наверное, самые-самые жаркие дни. По прогнозам, несколько раз принимаем душ. Все течет у нас. Ну, такая вообще жарища. И сами понимаете, ничего не хочется делать. Как только чуть-чуть спала жара, я решила заняться уборкой. Эндер пошел на базар, только что принес, сейчас покажу. Он ушел за хлебом, не знаю, сколько что стоит. Но я вот так начала залы полы мыть, перешла в спальню, в других комнатах, и решила пыль везде вытереть. Окна помыла, сейчас занавески попросила его снять, вот стираются, вот на полу лежат, видите? И решила, короче, одним махом и убрать свою спальню. Ну, а сейчас покажу, что принес мой муж с базара. Я смотрю, что арбуз и две дынечки принес он. Я его попросила, может, неправильно сейчас скажу, потому что я все время забываю название турецкие. Это бармия, бармия. Вот мы разговаривали за ловкой, что есть такая еда, и они все время нахваливают. Я говорю, вот я только не умею готовить бармию. А она сказала, в Ютубе можешь найти любой рецепт тебе по душе. Но я так и сделаю. Сегодня, конечно, я не буду готовить, этим заниматься. А завтра, послезавтра что-нибудь приготовлю и обязательно поделюсь с вами. Она очень полезная, я все сейчас о ней узнаю и все расскажу в моем видео. Значит, купил, ну, наверное, за копейки, я уверена, баклажаны, кабачки, огурцы. Сказала Ашкему, купи мне маленькие огурчики, я засолю. Иногда хочется что-нибудь такого солененького, а я же это все умею делать. Почему я должна сейчас покупать, когда так все дешево? Ну, естественно, купил зеленушку. Я сказала, укропчик, петрушку купи. Петрушку купил. Купил. Чеснок надо, там ничего такого сложного. Помидоры взял мой муж. Нектары такие хорошие. Персики он взял. Виноград он купил. И морковку. Морковка у нас есть кому сейчас кушать. У нас ее кушает наш гигосик. И я попросила его, вчера видела в супермаркете. Вот такие вот сливы. Увидела еще у одной моей блогера друга. Увидела, вот она делала варенье. Я помню, с Грузии такие сливы. И здесь у нас есть. Вчера заметила, говорю, Ашкин, купи мне такие. Чернослив они называются, да? Чернослив. Посмотрите, черная слива. Сейчас попробую. И такая, ой, вкусная. В общем, вот такие вот дела. Вся в работе, вся в делах. Сегодня с дома не вышла. Вчера с Сузлемом. Вчера с Сузлемчиком на море накупалась. Спала, как младенец. Меняю постельное белье. Окна перемыла. Все шкафы, все пыль перечистила. Там стирка. Здесь гигосик мой. Гигосик, кстати, уже спит на этой качельке ночью. А здесь базар. Я смотрю, полно всего. А что там продают? Это инжир или виноград? Кстати, я же состою в чатах. Чатах группы Зумба. Там турчанки. И вот увидела информацию, они поставили видео, где говорят, что коронавирус гуляет по Мерсину. Будьте осторожны, очень много зараженных, и каждый день 15, ну, очень много людей, даже не хочу, сейчас неправильно скажу цифру. Очень все опасно, сидите дома, надевайте маски. Но я смотрю, что вот никто там маски не одевает здесь, в этом базаре. Хотя сидят продавщицы, одевают, но кто покупает, не одевает. Действительно, нужно беречься и бояться этого коронавируса.
Я очень переживаю, что, не дай Бог, закроют, не откроют границу Грузии, и все мои планы рухнут. Но будем надеяться, что этого не произойдет. И вообще, как говорят, все, что идет, идет к лучшему. Иначе так должно было быть. На ужин я обделалась легким ужином. Почему? Потому что очень много дел, я не успеваю. Наши голубцы, макароны свежие приготовила. Йогурт сделала с укропом. Все на ходу здесь я приготовила. Там петрушка внизу, укроп. Сейчас кипяток после еды, после ужина. Короче, все это закончу. Наши фрукты помыла, все под контролем. Сейчас я не хочу каждый день мясо. Завтра будет у нас бармия. Бармия? Ашкин, барбия. Бармая. Бамья. Бамья. И будем этли я поджаз? С мясом сделаем. Будет мясо. Сегодня можно и постное. Друзья мои, сейчас мы будем с вами делать рассол и наши огурцы. Для этого я использую только воду. Тут мой Ашкин говорит, что надо и уксус. Посмотрим, да? Вот такую ложку беру полную. Посмотрите. Посмотрите. Это, говорит, нельзя, говорит. Видите, как учит. Видите? Вот такую соль. Сейчас я залью это все кипятком. Литр мне нужен воды. Помешаю, посолю, потом с Ашкиным буду разъяснять, что он лезет ко мне в кухню. Они же в Турции как делают? Вот в эти в такие банки складывают. Он думает на зиму. Кышины чин, я отмёру машкем. Я зачем? Эвет. Шинды иджес. Ой, пардон, извините. Что-то я расчихалась сегодня. Машкем мне все помогает, я прям не могу. Хозяйка на кухне, вот ты тогда и готовь. Готовь ты огурцы и все. Готов. Не хочу показывать его, раздетый стоит. Он такой не любит в открытой майке очень показываться. Наелся он пузо какое. И командует здесь на кухне. Ню-ню-ню, Саня, ду-ду-ду, я знаю, как надо готовить. Ты знаешь, как готовить? Я тушу на пес. Готовить знаешь как? Каучно. Короче. Спор разгорелся не на шутку. Я сказала, уходи отсюда, прогнала его. Представляете, ну, я говорю, я сколько лет делаю это, солю все, перчу, консервации всю свою жизнь. Я помню, у меня был такой, когда я замужем была, сарай у нас такой, подвал был во дворе. Так я там столько чего готовила. По 10 килограмм еды, и синенькие, и огурцы, помидоры, по 10 банок у меня было 3-литровых, представляете, этот помидоры были, солила, и болгарский перец делала сладкий, все делала, и он мне будет сейчас учить. Ну, они, я говорю, ты, я не делаю на зиму, я делаю сейчас малосольные хочу, с картошечкой. Вот так вот. Мне не хватил кипяток. Я думала, хватит, а тут, наверное, надо 2 литра. Так что я сейчас еще скипячу и сделаю то же самое. На 1 литр полную такую ложку нужно. Ну, не знаю, подумаю, может, добавлю еще уксус, как посоветовал мой Ашкин. Все-таки я добавила уксус виноградный, 2 ложки на 2 литра воды. Сейчас закрою, и будут они солиться. Все. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.